Так, народ, ну что, продолжим? Так, не знаю, прикрутить ли колеса или пока подождать. Давайте разберемся, значит, с креплением. Здесь немножечко мешает для коробки посадочное место. Оно уходит в сторону. Надо вот так вот. Небольшой сейчас кусочек попробуем спилить. Вчера я не стал снимать, разобрал я его весь. И покрасил. Вот сегодня, значит, сейчас собираем все деталюшки и будем собирать его обратно. В принципе, разбирается все легко, все на защелочках. Вот. И, соответственно, точно так же легко все это должно собраться назад. Ну, два. Машка. Так, труба. О. Так, стеклышки. Боковушка. Еще одна боковушка. Еще стеклышко. Лесенка. Так, ручка. Раз. Ручка. Раз. Раз. Так, берем наш кузовок. Так. Неплохо. Так, ребят, собирается. Нормально собирается. Я думал, краска чуть-чуть зальет. Да нет, ничего, нормально все вставляется. Самое главное, так аккуратненько собираю все. Сейчас на следующую покатушке по кустам все обдерется. Дверца боковая. Заводим. А потом раз петелька.
тыкается. Ну, надо в центр пальчиком один край. Сейчас перехвачусь на другую руку. В центр нажимаем и второй край. Все, она на месте. Один край пальчиком в центр и второй. Все, идеально садится. Так. Готово. И вот он наш кунг с вами. Чуть-чуть у меня потеки, но у меня закончился баллон, и он как назло плюнул. Так, ну что, колесо надо прикрутить. Угу. Чик. О. Все. Так, готово. Кунг готов. Так, берем шасси. Да, первые дни будет отличаться. Кузов наш. Тут уже всякая пыль, грязь на него села. Сейчас мы передвинем колесную базу чуть-чуть назад, потому что тут уже как бы впритык, и колесо очень близко. Чуть-чуть сейчас назад передвинем, вот, и уже просверлим дырку в кунге, туда заведем все провода, регулятор туда бросим, вот, все подключим, подключим все. Попробуем, запустим чуть-чуть и будем дальше уже сначала делать окна, лобаж, а потом уже на тестах поймем, блокируем ли мы дифференциалы или будем так ездить буксить. Ну, вот так. Пока что на паузу. Вот. Возможно, в этой или в следующей серии, не знаю. Надо же еще куда-то нам баки повесить. Их я тоже не красил, но они будут в черный цвет краситься. Вот. Так что отодвигаю базу, и в следующем видео уже увидите его полноценный вид, уже весь сделанный, ну и возможно небольшой ролик с тестов. Ну все, всем пока, до новых встреч.